общем, сломалась наша ПВКВ станция. Искали проблему, думали, проблема с дисплеем, а оказалась вот в этом проводе. Connection был оторван. Я так понимаю, он выполняет как функцию типа земля. Вот, сейчас щелкает, проверяет, включает. Крышку сняли. Надеюсь, что это поможет отремонтировать. Вот такой вот вид у нас открывается сверху. Антенны нужно проверять каждый месяц тоже состояние их. Здесь вообще идеальное, можно сказать. Ни ржавчины, ничего подобного я не вижу. Все в офигительном состоянии. Сегодня побегу вот туда, где стоят парусные суда. Это, конечно, запрещено, но вот через вот этот шлагбаум я перепрыгну и побегу. Потому что коронавирус нам не дает вообще в город выйти. Уже почти полтора месяца. Нет возможности вообще выйти в город. А, блин, когда тебе запрещают, желание очень сильное, ребят. Это почти как в тюрьме, наверное, сидеть. Просто не можешь никуда выйти. Там центр города находится. Любек. В Любеке стоим. Германия. Выгружать будем камни, которые с Норвегии привезли. Через час начнут. Вот такая вот здесь фабрика. Я думаю, ей лет 100, не меньше. Рабочие сидят. Вот, кстати, на погрузку пришла другая баржа. Мы здесь грузились в прошлый контракт. По-моему, как раз отсюда я и уезжал домой. В этот раз история менее веселая. Все с точностью наоборот. Ладно, ребят, пойдем посмотрим, что у нас там с ПВКВ станцией. О, сейчас уже дисплей заработал. Дисплей is working. Very good. But this is top secret. After this, I must kill you. Sorry. Yeah. Okay. We start with very low power. 6. Let's see. It's quite dry. No. Why we have no power? No power. Is it connected? There's absolutely nothing. Sound. Yeah. During transmission. What have you done with this nice station, my friend? So, and you know, if you press, it's a semi-duplex, the receiving must go. Nothing. I think you need a new vessel. Yeah. Thank you. Welcome. It's broken. What have you done, my friend? This is complete bullshit. That means you have to put out everything. Oh my god. No. В общем, проблема в трубке была. Пум-пум-пум. Вот в этом плаге. Короче, получается две проблемы. Одна земля, провод оторванный был, и еще дополнительно вот этот плаг connection в трубке. Сейчас он пошел в машину доставать очередную запчасть.
Короче, ребята, если будет проблема еще в чем-то, я отдельно видео запишу. Если нет, значит, все проблемы сейчас поставим. Не буду уж дальше записывать. В общем, такие вот у нас дела в Любике происходят.